Этот город в Италии заплатит вам, если вы переедете туда. Всем привет, друзья! Новые варианты жилья в Италии. Живописная Тиора, территория, расположенная в провинции Авелино, Кампания, была в значительной степени разрушена после землетрясения 1980 года, которое опустошило большую часть города. Местные власти надеются возродить и восстановить многие из обветшалых домов, предлагая людям со всего мира довольно сильный стимул. Если вы согласитесь переехать и арендовать или купить один из пустующих домов, вы будете получать 150 евро в месяц к стоимости аренды в течение 2 лет или 5000 евро на покупку дома. Арендная плата составит всего 200 евро в месяц, в то время как цена на продажу этих домов площадью почти 100 квадратных метров составляет всего 30 тысяч евро. Согласитесь, это выгодная сделка в любом случае. Единственная важная оговорка – чтобы суметь переехать в Италию, у вас уже должен быть ребенок. После землетрясения 40 лет назад население резко пострадало и не смогло восстановиться. В теории каждый год всего 2 ребенка рождаются в противовес 20 старикам, которые умирают. В городке едва ли наберется 1500 жителей. После ужасного землетрясения молодежь разбежалась. Поэтому власти хотят омолодить население таким условием для переезда. Как они говорят, дети – это их будущее. Дома, которые предлагают тем, кто приедет в Тиору, находятся в хорошем состоянии, так как они были восстановлены с нуля после землетрясения, а некоторые даже предлагаются с мебелью. В качестве дополнительного стимула город даже не будет просить восплатить за школьное питание и местные налоги. 3 семьи уже переехали, и власти надеются, что в скором времени приедет еще больше людей.